Здорово. Всем здорово, здорово. Насчет оптимизации, да. Оптимизация у нас немножко такая себе, потому что возможность того, что у меня не самая новейшая видеокарта, у меня 1050 Ti, i5 процессор, типа, соответственно, там стата не особо интересная, типа, у этой видеокарты, у этого процессора, ну, ничего страшного, окей, хорошо, у меня были лаги, у меня были, ну, прочие, я вот, допустим, некоторые локации вообще очень херово оптимизированы, то бишь, я демонстрирую, то бишь, тут 55-49 бывает вообще, это немножко страшно, ребята, честно, я в описании напишу полностью все свое железо, как бы. Возможно, из-за этого у меня вот просто вот, такая проблема. Типа оптимизация, честно, я думал, ну, что будет получше, так как, ну, вы же брались уже за этот проект, по сути, это уже третья часть. Как бы она тянет реально на весьма ведрах таких вообще все равно, то бишь тут графика толком не поменялась. Все из-за того, что здесь всякие куча эффектов, вот просто вот освещение идет, ты заходишь, освещение тут, освещение там. Поменяли немножко, как говорится, движок с третьего на четвертый, и у тебя начинается взрыв жопы. Заходя в настройки, ты охереваешь с того, что тут есть. Тут есть даже тест. Допустим, я сейчас, ну, я думаю, может даже выйти как-то с этого теста, посмотреть, что тут происходит. Можно поставить на очень низкие, можно поставить на самые высокие, типа, но, знаете, ничего не меняется, типа, по сути, не, ну ладно, тут безбашенный. 40 FPS у меня, это вообще капец, это уже какой-то, ну, вот еще более детализированное освещение, вот как они говорят. FX, наверное, всякие, да, 37 FPS. При этом все так размыто немножко, ну. Окей, короче, сейчас мы еще поставим, наверное, бог ты мой, как оно называется, поле зрения, наверное. Осталось еще поле зрения поставить. Не-не, все равно как-то кажется. Вот это искажение какое-то, не, ну, лицо видно, что красивенько сделано, но опять же, добавлена какая-то резкость, зачем это все, я не знаю, мне кажется, это Борде не нужно было, но хули у нас же технологии. Так, ну что ж, на безбашенных у нас 42%, потом у нас идет следующий какой, ну ниже мы берем, ну которые тут базовые, ниже ультра, на ультра мы сейчас зайдем. То же самое, особо ничего не поменялось, типа, по сути, что ультра, что безбашенный, не знаю, я не вижу, ну, типа, не, я не такой графа, этот самый, мосту, ну, короче, вы поняли, я не особо люблю так, прям, графика, чтоб меня там прям, ну, это не та игра, в которой нужна графика, эту игру я люблю за сюжет, зачем мне графика здесь такая прям, чтобы меня выедало, блядь, глаза. Ну, серьезно, у меня, ну, глаз начинает немножко, как бы смешно это звучало, тупеть. Потому что не понимает, что происходит, блядь. Искажения, какие-то размытия, резкость, блядь. Ну, вот уже 46 у нас FPS. Ну, нихера ж себе, блядь. FPS начинает расти. Но это, блядь, это в убежище всего лишь. Я не буду демонстрировать, то бишь на стримах можно увидеть иногда какие-то приколы. То бишь одна локация нормально оптимизирует, другая не очень. Может это из-за вот этих освещений, возможно из-за того, что, ну, так захотели разрабы. Может еще патчи надо, чтобы вышли. Ну, я уверен, под ПК оно особо не оптимизировалось, потому что они понимали такие, ну вы все равно все спиратите. Ну, учет того, что ты покупаешь игру, блин, а тебе вот такое плевок в лицо. Сейчас играю, если не ошибаюсь, на высоких настройках. Высокие настройки мне весьма устраивают на самом деле. Не на высоких, на средних. Сглаживание FXAAAA, да, на средних я играю. Весьма скорость идет, но каких-то 15 FPS иногда съедает. Тупо из-за того, что не прорисовывают какие-то детали, возможно и такое быть. Но ничего страшного, то бишь вы посмотрели, что за пипец, то бишь понимать. Типа я напишу внизу полностью системные требования, чтобы понимать, покупать данный продукт или нет на данном этапе. Ну, допустим, может подождать лучше месяцок какой-то второй, да, может все-таки уже там патчики какие-то пройдут, оптимизация получше станет, тогда возможно покупать данный продукт. Типа, то бишь, ну, никому не хочу, как говорится, не хочу хейтить, не хочу советовать, то бишь, все на ваше усмотрение, но
Да, я просто показываю пример того, что может быть даже, блядь, в убежище, то бишь ты еще не начал играть, у тебя уже какие-то есть просиды. Перед началом самого пиздеца, то бишь ты когда заходишь в саму игру, у тебя может быть еще такая ситуация. Вот выходишь ты в главное меню, ну начинаешь ты вроде с главного меню, не знаю, может из-за того, что уже прогрузилось, не будет такого, но ситуация какая? Начало, у тебя прогружается мир, что ли, или что? Ну да. Наверное, из-за того, что они не работали с таким, как говорится, там из-за того, что там погреб, вот 7-10, вот разгон пошел, 27-30, то бишь, у них тут куча деталей, вот в этом еще подвох. Вот почему железо нормальное надо. Что ж, всем спасибо, все посмотрели мой небольшой тест, реакцию и прочее на окружающий пипец в Borderlands 3. Что ж, всем удачи, всем спасибо. Подписывайтесь или не подписывайтесь, ну как вам удобно.